залагала, да, по-моему? Нет такого. Как-то будем вас ставить. Телефон-то в зарядке, блин. О, вот так. Так, читаю. Я отдыхать приехала. Да, залагала. А сейчас нормально, интернет не лагает? У тебя прическа интересная. Ты жизнь поправила, сори. Все, вот так вот точно не должен лагать. Господи, сиди нахуй, я даже не знаю, что будет. Еще эта девочка, или как? Пиздец. Привет, всем привет. Сколько? Я не хочу, потому что сейчас выходить в эфир, поэтому буду отклонять. Ой, что за красотка, спасибо. Дашь мне номер оператора, давай. Да. Я из Батуми. Так, я сказала, в эфир не хочу выходить. Я из Алматы. Круто, я из Батуми. Привет, привет. Буду за чатом следить. Спасибо, давай. Так, угрюнский. Ты захож на другой. Я не хочу, потому что когда вечером мы сидим, и реально можно поиграть в батлы, когда особо нет активности, ты не хочешь заходить. Сейчас у меня... Ну, как бы, есть люди, я могу с людьми пообщаться. Ты меня так постоянно сливаешь с этих батлов. Сейчас я не хочу. У тебя есть наверняка молодой человек? Нет, у меня нет молодого человека. Привет, Сташкин. Привет из Грузии. Красивые ноздри. Да, ноздри супер. Приезжай в Ташкент. Не приеду. Пока не планирую. Напиши в ТикТок. Подписывайтесь на мой инстаграм. Пишите мне там. Привет. Супер. И все, все замолчали. То есть не придешь гулять, нет, 23. Не, не пойду. Но я ни с кем не хочу гулять, не хочу почему-то. Я из Батуми. Приезжай в Кутаиси. Когда-нибудь обязательно. Но я не хочу ни с кем знакомиться. Я не ищу себе друзей, парней. Ладно, пока, пока. Я просто могу с кем-то общаться, но просто, без всякого. Ничего не хочу. Когда мы начнем петь? Вот оно. Сегодня не начнем. Привет из Тбилиси. Привет из Батуми. Милая тетя. Тетя. Мне 21. Какая я, конечно, тетя уже. Трэш. Ну да, тогда пока-пока. Пока. Что я могу сказать? Привет, привет. У меня все супер. Это типа что, все обиделись? Ну, всем пока, все можете выйти. Кто хочет со мной погулять, с кем я не пойду гулять. Я вам все равно гожусь. А сколько вам лет? 5? Девочка. Девочка.
на что обиделись. Они все позвали меня погулять, я отказалась, сказала, что не пойду с ними гулять, и они вышли. 3 человека подряд. Приезжаю в Армению. Я была, кстати, в Армении, в городе Гюмри. Мило очень, спасибо большое. Так, пойдемте в эфир в Инстаграме, как думаете? Или еще тут посидеть? Что сделать, не понимаю. Да идиоты какие-то, если честно. Хорошо, что вышли. Они тут все ко мне подкатывали. Вот они когда вышли, сказали, все, давай пока, там обиделись. Сразу понятно, что это не мои парни. Спасибо. Приезжаю тут. Какой? Да я не знаю, как я хочу. Я вроде хотела и в инсте повести эфир. Там можно маску надеть. Ладно, шутка. Вот. Хотела в инсте повести. Смотрите, какие щеки. Как будто я реально толстая. Вот, ну и тут вроде тоже пока нормально. Тут тоже можно маску. Не, нельзя. Уже нет. Не, ну какую-то ужасную, там, типа, колхозную, наверное, можно. Ну и вообще, чтобы понимали, я в инсте не вела трансляции, не знаю, ну, больше года, 100%. Мне кажется. Может, даже год и два. Ну, я вообще... Да нет, ну, год, наверное. Вау, надеюсь, ты не русская. Я наполовину. У меня папа грузин, мама русская. Какая красивая, обалдела. Спасибо. А сколько весишь? Ну, где-то 48. Да, где-то 48. Почему? Почему ты надеешься, что я не русская? Да ладно, этот вопрос, в принципе... Такой понятный. Еду на Украину, скоро пожелаю удачи. Удачи тебе. О, спасибо за ручку, спасибо большое. Какая красивая девочка. Спасибо большое. Я играю с тобой. Какой-то, конечно, шалун, блин. Еще посмотрят, кто русский, кто не русский. Привет, привет. Ну да, кстати. Я из Батуми. Привет, привет. Я сижу вообще на корточках, мне так неудобно. Загадки любишь? Да я, кстати, не очень. Сколько лет? 21. Да, наверное, почему? Почему они спрашивают, точнее говорят, надеюсь, что ты не русская? Что, почему? Типа, ты это спрашиваешь? Тебе говорили, что ты красивая? Ну вот сейчас ты сказал. А так не, никогда. Ты на этот вопрос нет. Да. Тебя наебали. Это жестко. Но смешно. Хочу на тебя посмотреть. Точечка. Нет, я так сижу, ну потому что быстро перешла, поставила телефон. Прям вот этот чел, он прям жесткий. Жесткий долбоеб. Я считаю так. Наблокируй его, пожалуйста. Если Илья тут, если нет, я сама заблокирую. Илья, ты тут заблокируй, пожалуйста. Такова жизнь. Пошел нахуй. Привет, привет. Из Австралии, кстати, нет, по-моему, не было. Из Австралии вроде как нет, не помню. А, женщина.
Вот ты... Потому что их в Ростове не так много, и 100% я их знаю. Уже улетел честно, слава богу, какой-то долбоёб. Сегодня так много мата, какой-то ужас. Меня прям выводят. Уже есть. В Австралии. Вау, круто. Давно ты там живешь? У тебя родители пираты? Да нет, вроде. Привет. Привет. Ты из Ростова? Вот он. Он хочет меня послать нахуй. Но я сделаю это первое. Иди ты. Нахуй. Блядь, это просто сейчас начинается какой-то кринж. Откуда у них такое сокровище? То вот не знаю, как это получилось так. Карта раскрыла, не стыгу. Это, ну, типа, я не знаю. Это такой вопрос, я же не спрашиваю номер твоей квартиры и так далее. Просто спросила. Мне кажется, ты вообще придумываешь, если честно. Такое ощущение. Потому что ты ни одного человека не можешь назвать. Очень важный вопрос. Сейчас в каком городе? Я в Батуми. Ты погоди, сейчас со мной украинцы прибегут. Я не знаю. Если тут будет какой-то хейт, меня будут посылать, то это не умные, а какие-то идиоты. Так, а как Ева? Есть такая девочка. Ну, типа, Ева. Как-то конкретнее, может быть, нет? Ты грузинка? У меня папа грузин, мама русская.